И снова здравствуйте. Это район вот 21-й школы. Это вот мост, по которому все люди ходят. То есть сейчас зима, да. Так как здесь район школы, дети со второй смены, да и по утрам по потемкам ходят. И как бы не совсем безопасно здесь. Мост не освещается. То есть здесь от края, да, шагом подать можно. Ну, ребенок, если упадет, он, я не знаю, навряд ли отсюда вылезет. Кругом темень. Вот столб стоит, на который, в принципе, можно было бы воткнуть прожектор какой-нибудь для безопасности детей. Вот прекрасный L-образный столб. Воткните сюда, ё-моё, прожектор. Провели электричество. Но смотри, тропинки делаю. Я в шоке. И там тоже, там аж 3 развилки тропинок. Ну вот как люди натоптали, так их и ведут. Прикинь, электричество, свет здесь провели еще в том году, а в этом году, офигеть!